Всем привет! С вами канал Животных. Сегодня я буду распаковывать вот такой вот набор собачек, которые мне подарили на Новый год. Смотрите, сколько здесь в наборе идет собак. В наборе вот так, кстати, столько собак идет. Смотрите, еще одна в обратной стороне нарисована. А здесь вот такие собаки вот идут. И кошечки. Вот такой вот набор. Вот такой вот набор собак. Я сейчас буду распаковывать их. Я сейчас буду распаковывать вот этих вот всех собак, породистых собак. Ну, давайте вот начнем. Давайте начинать. Вот сколько собак идет. Вот, сейчас успокоилась здесь. Из этих собак. Как их открывать, этот набор? Вот сейчас достану. Ух, наконец-то я достала. Таких вот собак я достану сейчас. Все, давайте. Я сейчас буду про вас этих пород рассказывать. И начнем. Вот это я вот такая пушистая собачку я первую достала. Она вот эта вся пушистенькая. Это, кажется, какой-то грифончик. Грифон такой у нас. Это грифон, как моя собачка грифон. Как моя собака грифон. Вот такая вот собака представлена на вашем экране. Вот. Смотрите, какая собачка. Грифон. Это грифон. Породистая собачка грифон. Породистая собачка грифон. Смотрите, какая она пушистая. Язычок вылазывает. И лапку тебе притягивает. Вот такая вот собака. Ну так, поставим ее вот сюда. И у нас следующие идут собаки. Так, следующая собачка вот такая вот. Это йоркширский терьер. Вот такая вот. А поразительная собачка, она такая красивая, она пользуется популярностью. Она пользуется популярностью, такая собачка. Йоркширский терьер очень пушистая собака. И очень любящая детей собака. Она очень обожает детей. И это ее соотечественность детей. Она очень любит играть. Ее когда любят причесывают и моют ее. Ну все ее, что любит, это и любит. Вот такая вот черная собачка. Йоркширский терьер. Вот такая собака вот. Представлена. Давайте ее положим сюда. С собачкой. И достаем следующую. Ну а теперь пора сказать это самой красивой собачки. Это... Померанский шпиц, рыжий шпиц. Это померанский шпиц. Она очень красивая собака, пушистая собачка. Смотрите, как она выглядит. Вот так она выглядит. Вот это пушистая собачка. И вот эта пушистая собачка. Вот такая пушистая собачка и шпиц, померанский шпиц. Или просто шпицу можно называть. Можно так называть. Померанский шпиц. Котики есть название. Она очень пушистая собака. Смотрите, какой у нее здесь объем. Ребята, шерсти. Но все-таки это не настоящий. Красивая собачка. Очень хорошенькая. Очень хорошая порода. Очень милая. Вот такая собачка. Померанский шпиц.
Ладно, поставим его еще собачками и достаем. О, самая обалденная собачка. Чихо-охра. Я не знаю, как правильно говорится. Чихо-охар. Вот такая собачка. Красивая, рыженькая собачка. Чихо-охар. У меня где-то была такая собачка. У меня она уже есть, такая собачка в коллекции. Ну, будет две собачки вот таких. Она очень красивая собака. Смотрите, она очень красивая собака. Посмотрите. Если у нее что-то торчит. Чечок торчит. Вот такая красивая собачка. Она рыжая собака. Она рыжая собачка. Вот такая красивая собачка. Рыжая собачка. Чихо-ахар. Чихо-ахар. Посмотрите, какие у нее ушки такие остренькие. Будут остренькие ушки. Посмотрите, какая она милая порода. Она очень милая. Смотрите, как она няшка какая. Милашка, няшка, милашка. Мими. Такая собачка красивая, очень красивая. Чихо-ахар. Ладно. Поставим ее на место. Вот, смотри, сколько у него наполняется собачка. Достаем следующую. У нас осталось две собачки. Итак, следующая представлена на вашем взоре. Следующая представлена собачка, я, кажется, не знаю. Китайская порода. Я, кажется, ее не запоминаю. Какая-то собачка порода. Можешь лайка бы. Лайка. Я просто не знаю. Надо просто почитать в интернете, как эта собачка, какая порода называется. Это какая-то китайская порода. Посмотрите, какая она. Все равно красивая собачка. Я пока не знаю, какая это порода. Но все же равно, что она красивая собака. Очень красивая собачка. Ну, я пока не знаю, какая это порода. Но если... Ну, вы догадаетесь, какая это порода, кто знает. Я, кажется, это китайская какая-то порода. Китайская. Китайская порода. Вот такая собачка. Красивая рыженькая собачка. Ладно, положим ее на место. Так. И у нас последняя собачка. Это такса. Это такса на вашем представлена. Смотрите, какая красивая такса. Она, смотрите, вам ее не видно, потому что она черная вся. Смотрите, как она вся черная. Здесь рыженькая. Смотрите, как она, какая красивая собачка. Ну, смотрите, как она милая. И черная, даже глазок не видно. Ну, у меня видно на камере, но я вижу глазки. Смотрите, какая последняя собачка. Такая. Вот такая красивая собачка. Посмотрите, какая она красивая. Вот такая. Она язык показывает свой. Второй. Это такса. Порода такса. Моя, она как сосиска, сарделечка. Ее все так часто называют. Сарделька или сосиска. Ну, как вам. Смотрите, вот здесь черненький видно глазик. Черненький. Сейчас мы ему разглядим, что вот здесь. Тут черный глазик. Ну, вот такая, короче, собака, такса. Вот такая черная такса. Ладно, давайте ее положим. Ладно, на сегодня этим обзор закончен собак. Если вам понравился такой набор собак, то подписывайтесь на мой канал о животных. С вами канал животных был. И ладно, всем пока. Подписывайтесь на мой канал о животных. Подписывайтесь на мой канал животных. Всем пока. До новых встреч.